нас чего? Мазудайфу. Китайская. Китайская. Из Китая. Маленький флакончик, 15 грамм. Для пробы, да? Инструкция на английском. А, нет. На русском? Это что-то от Алиэкспресса. О, даже QR-код есть. Ну, давайте попробуем. Бренд фирмы. Оригинал. 1.12.18 на сайте будет запрещена продажа любых лекарственных препаратов, исключая, ну, короче, тот, который второй крем. Uh-huh. Нами было открыто официальный онлайн-магазин. Уже сейчас можете приобрести на данном ресурсе. Ну, в общем, все на русском, да? Ну, с одной стороны, на русском, с другой нет. Запечатано. Там есть пробивалка в колпачке. Да. Ну, попробуй. Крепко запечатано. Розового цвета, без запаха. Вообще? Да. Ну, ниже можешь опустить, а то мне не видно. Во. Попробуем. Поможет, не поможет, да? Он и от аллергии тоже. Ну, он там вообще для проблемной кожи. Я тебе тут возьму опыт. Нет, все-таки запах есть ментоловый. Ментоловый? Угу. Освежающий. И такой чуть-чуть холодит. Угу. То есть, если это зуд какой-то, то он будет снимать зуд, да? Ну, теоретически там. Ненадолго хотя бы. Ладно, посмотрим. Попробуем. Yes!